во всех 100% регистрации случаев гриппа – это пациенты, которые не вакцинировались. Но первый случай традиционно с других территорий, там, где меньше, чем в Краснодарском крае, охват вакцинации идет. Наши жители в основном, если и попадают к нам в больницу, то это не грипп, это обычный сезонный ОРВИ, которым может быть подвержен, в принципе, каждый пациент, каждый человек. Мы прошли с вами 2 недели праздничные, когда все ходили по гостям, общались, мы встречались на Театральной площади в праздничную ночь, и максимальный контакт уже был. Если бы действительно вирус гриппа имел возможность распространиться, если бы население было менее 6 степени вакцинировано или более наплевательски относилось к своему здоровью, я думаю, что мы бы уже получили вспышку, как несколько лет назад, когда гриппа было достаточно. Вот. В этом же году достаточно спокойная ситуация, и я думаю, мы можем уверенно заявлять, что мы не ждем увеличения количества заболевших.